Всем привет, меня зовут Люся, я живу в Польше и вышиваю. Сейчас вы видите мою кошку Басю, которая начинает шкодничать, поэтому я выключаю камеру. И сегодня я хотела поделиться бы с вами своими покупочками, которые пришли ко мне из Украины. Так что давайте начнем. Будет немножко шуршание, вы прекрасно понимаете, что бумага шуршит. Итак, начинаем. Я купила себе органайзер для бисера от волшебной страны. Мне дали в подарочек вот такую замечательную белочку. Сейчас я вам все покажу. Так, смотрите, органайзер с крышечкой. Очень плотной крышечкой. А вот, вот здесь есть такая ступенечка для таких, как я, самых сильных, чтобы вот так вот аккуратненько открыть. И вот здесь по краям у нас магнитики. Здесь, конечно, не сказать, чтобы очень много места, но это же органайзер для процесса, а не для хранения. И вот такая вот бельчушка, вот такая сладкая зайчоночка. Дальше я заказала себе вот такой наборчик Милхил, Frog Pond называется. Он такой летний, сказочный и приятнейший. И я, кстати говоря, первый раз не заметила, что вот эта вот лягушечка... Она здесь идет как пуговка. Смотрите, она такая милая и забавная, такая радостная, позитивная. Цвета тут, кстати, очень приятные. О, вот тут еще вылезла у нас вторая пуговка. Тоже вроде симпатично так нарисовано. Бисер и ниточки. И канва бумажная. Потом я заказала вот такие два одинаковые нитковдевателя. Это для моей мамы, потому что ей очень нравится ими пользоваться. Так, следующий наборчик, он такой зимний, чудесный. Я просто готова все бросить и начать его прямо сейчас. A visit from St. Nick Quarters. Здесь мы видим ребёночка, который смотрит в окошечко, где просто замечательное, чудесное, волшебное... сказочная, снежная, очень снежная зима. И, естественно, он ждет Деда Мороза, подарков. Его сторожит кот на всякий случай, и плюшевый мишка также с ним ждет. Но здесь он на такой темно-серой канве. Тоже очень приятные, сочные цвета. Если вы слышите странные звуки и фурчание, это моя кошка облюбила тут одну из коробок. Вот такой вот замечательный, чудесный наборчик. 13,3 на 13,3 готовая работа. Здесь у нас ходит Аида 16 каунта. Отлично. Ну и по схеме видно, что очень много что будет крестом в две нити зашиваться. Мне кажется, что весь дизайн, в принципе, и будет так вышит. Едем дальше. Вот такие два замечательные магнитики от волшебной страны. Клубничка и медвежонок. Медвежонок будет для меня, для зимних процессов, а клубничка для мамы. Он двусторонний. Отлично. И попробую, как раз никогда не пробовала волшебную страну, ни магниты, ничего, так что будет у меня такая возможность. Дальше вот такой вот магнитик замечательный с пчелкой, пчелиный улей от Милхила также. Очень он мне приглянулся. Вообще в последнее время такие пчелиные истории разные меня захватывают. Мне хочется вышивать пчел, смотреть пчел, и все, что связано с пчелами, это прям про меня. Так что взяла его себе. Также у меня тут небольшой подарочек от магазина. Это вот такие карточки, на которых можно писать название, старт и финиш работы. Я показываю себе, а не вам, потому что еще не умею показывать. Также тут разные бусинки. И вот такая замечательная пуговка. Очень красивая. Спасибо им за это большое. И тут же вы видите опять медовую тематику. На этот раз это Honey Pot от Милхила. Будет вышиваться на бумажной конве. Тут я вижу магнитик. То есть планируется, что это будет магнитик. Вот такое все цветное. Прибежала наша Басенька. Басенька тоже хочет участвовать в съемках, но больше всего, конечно же, она хочет погрызть алоэ, так что отключаюсь ненадолго. Также я купила вот такой небольшой наборчик Glass Seed Bead Mini Pack из 4 бисерочков Милхил, потому что мне очень понравился вот этот третий цвет, он достаточно редкий. Ну и вот этот второй, он такой
Нежно-желтый, не кремовый. Очень приятный цвет. Извините, камера плохо фокусируется. Вот, буду пробовать, буду использовать в новогодних игрушках. Также купила карту Бисера Милхил, чтобы знать, где вообще какие цвета есть, что происходит в мире и свете. Вот так она выглядит. Обычная бумажная карта. И напоследок покажу вам, постараюсь, чтобы не отсвечивала. Купила себе перфорированную бумагу, тоже от Милхил, чтобы иметь возможность вышивать на ней какие-то игрушечки, которые не смогла купить. Вот такие у меня маленькие миленькие покупочки. Сладенькие, напишите, что вы об этом думаете. И вообще, как мое первое видео, нравится вам, не нравится. Все, конечно же, советы, комментарии я обязательно прочитаю. Спасибо вам большое, что провели немножко времени со мной. И до скорых встреч!